Мне никогда не соединяются две вещи. С одной стороны, товарищи исправлены, а с другой стороны, я должен молиться за них, чтобы они объединились. И все, если они уже соединены и исправлены, и так как я могу просить за них? Ты должен просить за них, чтобы они были объединенными, исправленными, успешными. Это для того, чтобы ты помог себе. Так что это разве? Это же эгоистически. Ведь это же эгоистическая мысль в конечном итоге. Ты хочешь исправить себя, быть исправленным, и поэтому ты молишься о товарищах, чтобы они были исправлены.